Разнообразие, конечно, впечатляет тех, кто пришел сюда впервые, как, например, отдыхающего из санатория «Салют». Витаминов много. Дело в том, что рыба, а это натуральный продукт, уже так надоело всякое всячина, поэтому... А это вкус, запах. Белорыбица, кижуч, палтус, нерка и кита – более 30 разновидностей копченой рыбы и морепродуктов. И, конечно же, настоящая красная икра. Царица лососевых, полезная витаминами А, Б, С, редкая деликатесная чавыча. Качество и свежесть продуктов достигается благодаря особой технологии приготовления и перевозки. Коптят дальневосточные мастера на натуральных ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Именно в этом павильоне я всегда беру рыбу. Чавыча мне нравится, селедочка алюторская, икорка нравится, палтус. Доставляю деликатесы в Сочи без использования заморозки. Это позволяет удержать полезные кислоты омега-3 и витамины. Купить рыбную продукцию можно в павильоне «Рыбак Камчатки» на открывшейся сегодня выставке «Экспофуд» в выставочном центре на Несебрской, 1Б. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.